Выява Магілёва на дзённіку. 1 верасня многія школьнікі сядуць за парты з дзённікамі ў новым дызайнерскім афармленні. Магілёўская ратуша, драмтэатр, мастацкі музей імя Павла Масленікова, плошча Зорак. Такія выявы ўпрыгожваюць вокладку магілёўскага дзённіка для 5-11 класаў. Міністэрства адукацыі сёлета рэкамендавала да выкарыстання дзённікі 10 друкарань Беларусі. Адна з іх – Магілёўская абласная друкарня імя Спіридона Собаля. Яе дызайнеры на гэты навучальны год самастойна распрацавалі вокладкі для двух дзённікаў. Першы з іх – для сярэдніх і старэйшых класаў. На вокладцы размясціліся славутасці горада. Магілёўчані, у тым ліку і школьнікі, іх добра ведаюць. А калі не ўсе, то будзе добры напамін. Нашим могилевчанам, как вам кажется, понравится? Я считаю, что это дневник патриота. Вполне интересный. Ложечка такая. Мне нравится. Возле какого из этих объектов мы сейчас находимся? Возле звездочета площади. И здесь еще театр, который там. Драматический театр. Да. Это я не знаю, что. А музей, который ты не знал, это художественный музей имени Павла Масленникова. Да, он вот здесь, да. Ну и вот это, пожалуйста, что это? Наша ратуша. Если на дневниках существуют вот такие вот знаки, как достопримечательность, я считаю, что это полезно любому ребенку и даже взрослому, чтобы напомнить. Дарэчы, выявы Магілёва менавіта на дзённіках з'явіліся ўпершыню. Прадукцыя надрукавана тыражом 25 тысяч экземпляраў і ўся паступіла ў продаж. Созванивались с Министерством образования, с Национальным институтом образования. И мы получили очень положительные отзывы о нашем дизайне обложки. Им очень-очень нравится. Школьникам могилевским они по вкусу придутся? Я думаю, что придутся. Лишь бы только школьники наши хорошо учились и получали хорошие отметки в наших дневниках. Нам будет очень приятно. Другі дзённік ад Магілёўскай друкарні для малодшых школьнікаў. Ён вось такі, з беларускімі арнаментам і сімволікай. Алеся Рыбалка, Віталь Вопсіў, навіны рэгіёна.